Днем 25 января на Центр оперативного управления Пружанского райотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частной бане в деревне Поросляны Пружанского сельсполкома. По прибытии к месту вызова было установлено, что открытого горения нет, в бане плотное задымление, хозяин находится на улице. В результате пожара огнем повреждена стена, имущество и внутренняя отделка. Со слов хозяина, баня в момент возгорания топилась, поэтому как основной рассматривается причина нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. С начала года это уже второй пожар в бане. Перекал, горение сажи в дымоходе, нахождение в непосредственной близости к отопительным приборам горючих материалов и конструкций, оставление отопительных приборов без присмотра топящимися – вот далеко не полный список причин и условий, способствующих возникновению пожара. Уважаемые граждане, своевременно осуществляйте проверку отопительных приборов, будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности.